Один из даров, который принес людям наш Господь, это дар праведности. Точно так же, как дар вечной жизни, дар праведности, друзья мои, человек получает как дар от Бога. И дар этот по вере во Христа Иисуса. Написано, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Апостол Павел говорит об этом в Римлянам, по-моему, в 5 главе. Дар праведности царствует в вашей и в моей жизни исключительно только посредством Иисуса Христа. Так говорит Слово Божие. Так же, как и дар вечной жизни, этот дар является даром Нового Завета. Подчеркиваю, Нового Завета. Он носит божественную, небесную и, добавлю, вечную природу, так как сам Бог назван с большой буквы праведником. Его невозможно заслужить, то есть этот дар. Он дается нам совершенно бесплатно. Не по делам, кстати. Поэтому он и назван даром праведности. И этот дар праведности нельзя сравнить, так скажу, со своей праведностью, которую имели люди в эпоху до Христа, то есть в Старом Завете. В период Ветхого Завета через своего пророка Бог говорит, если бы я послал на землю моровую язву и излил на нее ярость свою, и там он перечисляет, то Ной, Даниил и Ио не спасли бы сыновей праведностью своею. Они спасли бы только свои души. В Иезекииле, по-моему, в 14 главе говорит Бог об этом. В период до Христа человек также служил Богу, так, как и мы с вами. Усердно служа Богу, человек достигал определенной праведности. Писание об этом говорит. «Тебя увидел я праведным предо мною в роде сём», говорит Бог Ною, как раз перед потопом. Даниил также достиг определенного уровня праведности перед нашим Господом, когда он находился, помните, в плену у царя Вавилонского. Но это была их собственная праведность. О спасении, о вечной жизни даже на то время и речи не шло. Даже в словах не было. Это в период до Иисуса Христа. То есть до прихода нашего Господа на землю. Все эти праведники считались, скажу так, недостигшими совершенства. Совершенство человеку принес Иисус Христос. Написано, вся праведность наша, как запачканная одежда. Исаия говорит об этом. Екклесиаст, кстати, тоже добавляет, который он, кстати, был наделенный мудростью от Бога, говорит буквально следующее. «Нет человека праведного на земле, который бы делал бы добро и не грешил бы». По-моему, в 7 главе Екклесиаста написано. «Только через Иисуса Христа, который, придя на землю, принес настоящую небесную праведность». Праведность и спасение – следует за человеком, если вы рождены свыше, за вам и за мной, по вере во Христа Иисуса. Написано, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Апостол Павел об этом говорит, кстати. В период Ветхого Завета живое слово звучало к людям через Ветхий Завет, то есть через закон. Каждый без исключения, должен был исполнять требования Божьего закона. Написано, всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди. Во Второзаконии написано, по-моему, в 6 главе. Это таким образом Моисей передавал народу израильскому. И скажу, что требования закона определили наивысшую святость, приготовленную Богом для человека. Это были требования. Прошли тысячелетия. Однако за весь период Ветхого Завета не нашлось ни одного человека,
буквально ни одного, который смог бы исполнить весь закон без исключения. Это показывало, друзья мои, что своими усилиями или силами человек не в состоянии исполнить требования святости, которые Бог определил для человека. Слово Божие, звучащее к человеку через закон в свое время, не привело человека к совершенству, но только в Новом Завете мы получили праведность, от Него написано, в виде дара по вере во Христа Иисуса. Апостол Павел говорит, от Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас праведностью сделался. Апостол Павел об этом говорит в 1 Коринфянам. Сам Иисус Христос, наша праведность, премудрость, освящение, наше искупление с вами. Иисус Христос именно, то есть Сын Божий, это тот, кем мы можем хвалиться. Апостол Павел, кстати, говорит, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, а с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога. Он об этом, обращаясь, говорит к Фессалоникийцам, по-моему, в 3 главе. Все преимущество человека, все его достижения, просто ваши и мои достижения, если они есть таковые, они блекнут по сравнению с тем, что человек, что мы с вами получаем дар от Бога по вере во Христа Иисуса. Смотрите, что говорит, кстати, апостол Павел об этом. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Во 2 Коринфянам написано. А в книге Откровений эта праведность обозначена в виде весона чистого и светлого. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. 19 Откровение написано. Праведность святых, друзья мои, это и есть праведность наша. Праведность Иисуса Христа, так скажу. Только Сын Божий представляет человека праведным, непорочным и святым перед Богом Отцом. И твердая, непоколебимая вера в Господа Иисуса Христа – это то, что необходимо каждому из нас. Это необходимо для того, чтобы предстать пред Богом праведным, святым и непорочным. Праведность Христова – это как белые одежды, облекает нас, когда мы принимаем Иисуса Христа Господом и Спасителем своей жизни. Я сознательно подчеркиваю вот этот важный аспект нашего вероисповедания. Кровь Его очищает нас от всякого греха, и человек предстает пред Богом безгрешным, праведным и святым. Желаю вам обильных Божьих благословений.